В Чувашии появилась новая точка роста. На базе Чувашского госуниверситета открылась первая в Поволжье лаборатория, которая будет готовить современных многофункциональных технарей. Студенты факультета радиоэлектроники и автоматики ЧГУ начали осваивать технологии спутниковой навигации для разных отраслей промышленности. Наша съемочная группа побывала на месте притяжения будущих прогрессивных специалистов. Новая лаборатория появилась благодаря партнерству Чувашского госуниверситета и акционерного общества «ВНИР Прогресс». Она оснащена по последнему слову техники. Здесь представлены прототипы систем, которые обеспечивают спутниковую навигацию. Студенты направления подготовки радиотехника будут изучать дальномерные коды, видимость созвездия спутников, влияние условий приема на точность позиционирования, а также научатся декодировать и расшифровывать данные ГЛОНАСС и GPS. Создание таких лабораторий создает условия для подготовки инженеров, которые, востребованная во всех высокотехнологичных предприятиях страны. Для того, чтобы получить эти компетенции, не нужно уезжать в мегаполисы, поступать в столичные вузы. Почему? Потому что вот к месту производства непосредственно и приближено место обучения. Предпосылкой к созданию учебной лаборатории послужила потребность предприятия в молодых квалифицированных кадрах, которые с первых дней работы будут свободно ориентироваться в вопросах спутниковых навигационных технологий. Осваивать практические навыки работы с оборудованием студентам помогут не только преподаватели вуза, но и ведущие специалисты в НИР «Прогресса». Будет большое количество различных опций, и целевое образование, и интересная практика, и, возможно, мастер-классы ведущих специалистов в данной отрасли. Я думаю, что здесь можно организовать совместные конференции, доклады, научные исследования и работы, которые можно будет ребятам реализовывать все свои идеи в данном направлении. Мы будем всячески этому способствовать. Очень интересное направление, очень интересно и сложно. Ведь мы со спутниковой навигацией сталкиваемся абсолютно везде. Всем студентам не помешает обладать этими знаниями, компетенциями. Они в любом случае будут востребованы в будущем. В НИР «Прогресс» предоставил оборудование для лаборатории. Оно позволит выполнять проекты по разработке и обслуживанию управления спутниковых сигналов. 4 установки спутниковых радионавигационных систем и антенны спутниковой системы навигации уже размещены на крыше главного корпуса ЧГУ. Антенны на корпусе Г, значит, принимает 134, гражданских, то есть доступных гравитационных определений сигналов от 49 спутников 4 систем. То есть, смотрите, какое громадное количество. Мы обычно это не осознаем. И как отметил генеральный конструктор системы ГЛОНАСС Сергей Коротин, лаборатория уже в ближайшее время сможет внести свой вклад в науку. Дарья Ананьева, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.